20 апреля с понедельника начинается образовательный процесс в системе общего среднего образования. Значит, по нашим данным на сегодняшний момент по республике порядка 40% детей планируют прийти в школу. Ну, многие задаются вопросом, если я родитель, не пущу там своего ребенка, допустим, в школу. Ну, это его право, конечно, никого мы заставлять не будем, но вместе с тем родителю надо будет вместе со школой позаботиться о том, чтобы ребенок получил какие-то задания, соответственно, потому что знания надо получать, надо, значит, соответственно, выстраивать этот образовательный процесс. В школах сегодня, как вы знаете, проведена достаточно большая работа по созданию и наработке методической базы, созданы целые учебно-методические комплексы по ряду предметов, какие-то интересные темы даже записаны на видео и так далее, и так далее. Поэтому в рамках вот такой самостоятельной работы школьникам надо будет с учителем отработать, какие задания он будет получать и как будет осуществляться, так сказать, контроль этих знаний, в каком виде, в каком формате. Мы пока не планируем переносить окончание учебного года. Мы внимательно рассматриваем разные сценарии развития событий. По мере, значит, приближения к окончанию учебного года мы скажем более подробную информацию. Но во всяком случае, пока мы не планируем продлевать учебный год.